Джесси Джеймс – самый известный реставратор Америки. Это моя гордость. И вряд ли с этим кто-то поспорит. Сложно сделать Форд 32-го года. Он совершенно исключительный. Он может собрать что угодно. Его клиенты... Мачете всегда готов. Не нуждаются в представлении. Самый великий день в мастерской. Джесси Джеймс. Гараж с нуля. С 4 февраля по выходным в 22:30. Премьера на Авто24.